Пиздец. Офигеть, блин. Да. Да, алло. Да. Да, он уже подъехал, выходи, включи. Тут мешок какой-то лежит на въезде, завязанный. Вот прям интересно, что в мешке прям. Но он завязанный, не знаю, живой, не живой, я развязываю сейчас. Да ты прекращай. Давай. Да, выходи. Ё-моё. Бедный кот, дети взяли такого, да? Живой урода, блин. Ай, кот в мешке, блин. Друзья, с вами Лохматая Душа и Лохматая Валя. Ребят, у нас очень... Я не знаю, что случилось, у нас полностью остановилась помощь, ребята. Я не знаю, что происходит. Мы выпустили подряд 3 тяжелых ролика. Тяжелых, ребята. Мы спасли животных. Мы заплатили за них в клинике. Мы долги наделали в клинике. Ребят, а помощи ноль. Помогает, ну, в этом месяце. Ребята, ну, может быть, человек 100. По 100 рублей. Ребята, это что-то вообще нонсенс. Такого никогда не было. Нам не выжить. У нас нету... Не за свет заплатить, ребята, а электричество горит каждый день. У нас нет заплатить за тех, кого мы с вами прооперировали. Ребята, Лохматая Душа на вас очень надеется. По-настоящему очень надеется. Ребята, у нас никого нет, кроме вас. Поверьте, мы уже просто замахались. Через неделю обещают снег. Ребята, мы не готовы к зиме. У нас не утеплены вольеры. Без вашей помощи мы это не сделаем. А у нас сейчас поток малышей, которых бросают. Я вам сейчас их покажу. Не бойся, детка. Ужас. Сейчас будем обрабатывать. Ребята, и куча больных. У меня сегодня опять 4 щенка на капельнице. Ну что у нас? Мамина девочка такая. Моя пузичка, мой хорошечек. Маленький мой ребенок. Все будет хорошо. Все будет хорошо, зайка. Леша, Леша. Да. Леша, моя солнышко. Глазки больные у ребенка. Глазки больные, да. Мое солнышко маленькое. Все будет хорошо. Жажда, ребята. Да, мой хороший. Сейчас будешь капаться, ты следующий. Это очень тяжелый признак, ребят. Очень. Это значит, что я опять на 3 дня выпаду из жизни, потому что их необходимо капать. Капаем мы сами. Врачей нет. Оплатить стационар, ребят, нам нечем. Я обращаюсь к вам. Ребята, кто хочет помочь Лохматой Душе, кто понимает наши проблемы, я вас очень прошу, ребята, отзовитесь. Потому что без вашей помощи ни те животные, которых мы уже спасли, ни те, которые к нам прибывают. Ребят, без вашей помощи мы их не спасем. Зачем тогда мы вообще занимаемся этим? Ну зачем, ребят? Ведь быть злым и равнодушным – это так легко. Ребята, я прошу вас, не бойтесь трудностей, будьте добрыми. Добрыми, нормальными, хорошими. Сохраните у себя в душе хоть немножечко сострадания и милосердия. Ребята, да не поддавайтесь вы этим, что бы ни творилось. Ребята, мы люди, мы должны жить, мы должны бороться, мы должны поступать как люди. Иначе Бог же нас зачем-то создал. Ребята, если он нас создал добрыми, милосердными, почему же мы становимся равнодушными и отворачиваемся? Ну неужели нам лишняя бутылка пива или шоколадка дороже жизни, которую вы можете спасти?
Для вас 100 рублей, ребята! Для нас жизнь! Я прошу вас, отзовитесь! Я просто прошу и заклинаю вас, оставайтесь людьми! Не те постоянные 100 человек, которые у нас помогают, отдавая нам последние, а те 38 тысяч, которые приходят, посмотрели и ушли! Ребята, вы зачем приходите? Полюбоваться на нашу боль? Посмотреть на наше горе? Посмеяться над нашим отчаянием? Ребят, зачем вы приходите на канал помощи бездомным животным? Я прошу вас обдумать и по возможности нам помочь. И благослови Бог всех вас и ваши семьи. Ну что, глазки закапали, тронхолдом обработали, накормили. Ребята, у меня пока клетка занята. Вот закончу еще пару дней. И потом клеточку освобожу побольше. А пока котик, я думаю, посидит здесь. Ничего страшного. Здесь и спокойнее ему будет. И глазки у него сейчас не видят, так что ему никуда ходить не надо. Горшочек, я думаю, он унюхает. Все хорошо, ребята. Глазки обработала, они у него открылись, ребят. Это пробки у него сейчас опухшие. Все будет хорошо. Водичку поставили, корм дали, все. Пока ребенок посидит вот так. Эй, тихо ты, чудовище. Кисюся, покажись. Морду покажи, чудовище мое. Да, ты красавчик, да ты мой хороший. Да. Ты маленький. Скоро поправишься. Скоро ребенок поправится. Да? Не-не-не, не прыгай. Ну-ка покажись, малыш. Покажи мордочку. Певучий ты мой. Певучий мальчик. Ушки уже чистые. Ушки чистые, да? Хороший малыш. Хорош. Все, ребята, струпья поотпадывали. Вот здесь уже все ушло. Да. Ах ты мой хороший. Ах ты мой красивый. Что? А? Мурлыка. Да ты красивый. Вот сюда подвинься. Морду покажи. Морда уже красивая, да. Морда уже красивая. Ушки красивые. Да, еще есть немножко, но ребенок выздоравливает. Красивый мой ребенок, да, маленький. Ласкучий, красивый котяра. Да, да, да. Да, малыш? Все, ребята, все, в ком горит хоть капля добра, независимо от границ, милосердие, сострадание, доброта, помощь бездомному зверю, бездомному, ребята, выброшенному за порог жизни. Мы ведь не просто так здесь все собрались. Бездомные ребята лохматой души просят вашей помощи. Просят, ребята, ваше милосердие – это их жизнь. Мы не можем требовать, мы можем вас только просить и взывать к вашему сердцу. Лохматая душа
просит у вас, у всех неравнодушных, помощи и сострадания.